Друзья, всем привет! В этом видео мы посмотрим колоды, которыми топ-8 лучших игроков прошлого сезона занимали свои призовые места. Ну и при этом из 8 игроков двое играли одной колоды, соответственно, увидим мы в этом видео 7 колод. Восьмое место в прошлом сезоне занял игрок Бисиклета, он же Бэк, и сделал он это вот такой интересной колодой. Вообще впервые я ее вижу, и, конечно же, интересно мне было ее потестировать. Но при этом, друзья, винрейт у этой колоды за последнюю неделю 48,6%, и игр сыграно достаточно мало. Все это сразу же возвращает нас к обычной мысли и пониманию того, что в Clash Royale все-таки решает не колода, а скилл. То есть колода — это всего лишь инструмент, как я часто говорю, и все будет зависеть, конечно же, от исполнителя. Вот данная колода по статистике абсолютно точно не является топовой, но при этом игрок, который ей играет и играет очень хорошо и знает все матчапы, понимает, как и что делать против какого-либо противника, ей занял 8 место в предыдущем сезоне. Ну и, конечно же, я тоже решил попробовать поиграть данной колодой. Я не претендую на какую-то скилловую игру, буду стараться просто прощупать, понять принцип действия данной дека. Ну, здесь все понятно. У нас есть две противовоздушные карты. Это мини-генераторы и охотник. Мини-генераторы также добавляют контроля в колоду. При этом в ней присутствует бревно, а не варварская бочка, например. И бревно также дает контроль дополнительный, который необходим. Плюс дает поддержку на всей продолжительности атаки. То есть, например, мы сможем при помощи бревна достать карты, которые выставляет противник к своей вышке. Плюс бревно также будет наносить урон вышке противника, в отличие от варварской бочки. Также интересной особенностью данной колоды является присутствие в ней подрывника. И это я связываю с тем, что большое количество игроков в топе глобала играло со стенобоями, очень быстрой колодой, а бомбер замечательно справляется с этой картой, вообще с мелочевкой он отлично справляется, при этом стоит эта карта всего лишь 3 единицы эликсира. Ну и прослеживается в этой колоде такой фаербол бейтовое сочетание, то есть выманивание фаербола из руки противника в виде мини-генераторов, как я уже сказал. Ну и также присутствуют здесь варвары из наземной защиты. Из урона в одиночную цель варвары способны останавливать будут любого танка. Они обладают огромным уроном. Ну и еще одна отличная наземная карта защиты — это, конечно же, рыбак. В общем-то, эта колода состоит просто из огромного количества защитных карт, которые способны справляться с абсолютно любой атакой. Вот сейчас я защищаюсь от кладбы, правда, к сожалению, я немножко решил подзабить и не тратить большого количества эликсира, решил больше вложиться в атаку. Ну а в атаку в этой колоде присутствует сильнейшее сочетание — это королевский гигант с молнией. То есть молния позволит нам преодолевать практически любую защиту, какую бы ни выставил наш противник. При этом, как я уже сказал, присутствует в колоде бревно, которое избавится от мелочевки. Ну и, пожалуй, здесь проблема для этой колоды была бы против орды миньонов, потому как орду миньонов практически нечем убивать, если она будет идти под прикрытием. То есть у нас есть противовоздушные карты — это охотник и мини-генераторы, ну и против орды миньонов эти карты не особо хорошо работают. Я выиграл этой колодой, она мне понравилась, действительно интересное сочетание карт. Ну и дальше 7 место в предыдущем сезоне занял игрок Fat Cat, и играл он, конечно же, бриджспамом с пекой. И, конечно, эта колода всем известна, одна из самых популярных колод в игре, неоднократно я про нее рассказывал. Постоянно попадает она в топ лучших колод практически каждого сезона. В общем, стабильная, хорошая, сильная колода. Именно ей я играю на новом аккаунте своем, проекте с нуля до топа глобала, и именно на этом аккаунте мы поиграем данной колодой в этом видео, друзья. Конечно же, бриджспам с пекой не лишен слабых сторон. На мой взгляд, слабостью данной колоды является ее противовоздушная защита. Только две противовоздушные карты в ней присутствуют. Это магический лучник и громовержец. Конечно же, есть два универсальных заклинания — яд и разряд, которые помогают нам справляться с воздушными атаками наших противников, но при этом все равно есть небольшая просадка против колод с адской гончей, например, или против быстрого воздушного шарика, также нужно играть аккуратно. При этом, конечно же, в этой колоде есть и огромное количество плюсов. Например, это очень сильная наземная атака, которая способна сносить практически любую защиту. Ну и как итог, мы имеем хорошую сбалансированную сильную колоду, которую, если вы будете
будете качать, то точно не ошибетесь, потому как не думаю, что в ближайшее время ее популярность упадет, и эффективность данной колоды уже продолжительное время находится на высоком уровне. Думаю, что так оно и будет продолжаться. Ну и одна из ключевых фишек при игре данной колоды, неоднократно я об этом говорил, это умение вовремя выставлять пеку и правильно распределять пеку именно на карты ваших противников. В данной игре уже понятно, что пеку мне нужно придерживать на мега-рыцаря моего оппонента, именно так я и поступаю. И в итоге, благодаря тому, что я не выставляю пеку до того момента, пока противник не выставит мега-рыцаря, я то и дело очень выгодно размениваюсь с его мега-рыцарем и получаю преимущество по эликсиру. Затем просто начинаю качать противника по сторонам. Так как у меня очень дешевые карты атаки, это и таран, и королевский призрак, и бандитка, то я могу за счет того, что, допустим, противник потратил большое количество эликсира на одну из сторон, затем могу передернуть атаку, заставить его защищаться по другой стороне при помощи, например, бандитки, призрака или тарана. Ну и на ту сторону он, если выставит какую-то карту, то скорее всего она будет стоить дороже, чем королевский призрак или бандитка. И затем в итоге из-за того, что у противника не останется совсем эликсира, я могу перейти на другую сторону и уже там нанести огромный урон по его вышке. Именно это я и делал в этой игре. В итоге снес легко левую вышку моего противника. Ну и как вы видите, на правой вышке также остаются у него считанные единицы здоровья. Доходит таран до его вышки, даю я еще яд, и все, правая вышка также добита, таким образом победа в этой игре. Ну и противник здесь очень слабо реализовал свою главную атакующую силу, это воздушный шар. Всего лишь два раза за всю игру он его выпустил, при этом воздушный шар у него 13 уровня. В общем, сам отдал мне победу, хотя у него колода была неплохая для противостояния бриджспаму с пекой. Далее шестое место предыдущего сезона, и его занял игрок Вайпер, который всегда играет вот этой колодой. Эта колода достаточно стара, и постоянно игрок Вайпер этой декой берет высокие места в топе глобала из сезона в сезон. Но при этом, друзья, опять же надо сказать, что по статистике эта колода проигрывает чаще, чем выигрывает. То есть это опять же показывает то, что игрок Вайпер играет этой колодой безукоризненно и за счет этого умудряется побеждать просто всех противников. Но это не значит, что если я, например, возьму эту колоду, то я также легко попаду в топ глобала. Я, например, очень мало игр за все время играл валькирией, также палачом, ракетой. Это все непривычные для меня карты. Соответственно, всех фишек использования данных карт я не знаю. Опыта игры у меня ими мало. Именно поэтому есть другие колоды, которыми я играю гораздо лучше. Поэтому я, друзья, всегда показываю большое количество колод в своих видео. Под каждого игрока найдется своя колода, но для этого нужно пробовать, нужно смотреть, какая колода вам подходит больше или меньше, ну и набираться опыта игры той или иной картой. Ну а противник в начале игры допустил типичную ошибку, выставил он сразу же голема, легко я справился с этой атакой, ну и далее он идет в атаку с бочкой со скелетами, благо в моей колоде присутствует также бревно, легко справляюсь я с этой атакой, все что мне нужно сделать, это добить правую вышку моего противника до конца игры и не потерять свою вышку. Здесь у нас ключевая карта, безусловно, это палач. Соответственно, палача мы должны выставлять только против серьезных атак вашего противника. Ну и здесь мой противник сразу же показывает, что вот сейчас будет серьезная атака по левой стороне, готовь палача. То есть вот так вот очень хорошо работает колода против таких атак, когда противник не раскачивает вас по двум сторонам, когда он сразу же обозначает: так, я иду атаковать по левой стороне, готовь палача. Окей, я понял, принял, выставляю палача, очень важно будет его прикрыть. В итоге выставляю я валькирию перед палачом, ну и далее замедляю атаку при помощи ледяного духа. Вынужден здесь я скидывать бревно, здесь уже у меня не оставалось никакого выбора, и добавляю хога в защиту тире в атаку. К сожалению, от бочки со скелетами приходится мне защищаться уже при помощи гоблинов. Небольшой урон моя вышка получает, но ничего страшного, все что мне остается сделать, это защититься от последней финальной атаки моего противника с големом. Закидывает он фаербол, к сожалению, подставился я здесь под фаербол, но фаербол нам не страшен, потому как фаербол не убивает нашего палача, и в итоге мы справляемся с големом. К сожалению, есть напрягучая карта в колоде противника, это огненная лучница, ну и нам остается только добить его правую вышку, защититься от бочки со скелетами. На моей вышке остается 259 единиц здоровья, и этого достаточно для того, чтобы пережить фаербол и в итоге выиграть в этой
игре. Далее пятое место предыдущего сезона, также, кстати, как и четвертое место предыдущего сезона, взяли игроки с вот такой колодой. Дека с очень быстрым циклом, 2,8 эликсира средняя ее стоимость, ну и 50% финрейт за последнее время, друзья, при огромной популярности данной деки, говорит о том, что она сейчас является одной из самых лучших, если не лучшей в игре. Ну и начинается игра, играя данной колодой, лучшим дебютом является вот такое выставление стенобоев. Карта стоимостью 2 единицы эликсира заставляет вашего противника защищаться по обеим сторонам. Если он этого делать не будет, то он получит урон. Ну и в итоге противник отдает заморозку и стрелы в самом начале игры. Да, его воздушный шар наносит большой урон по моей левой вышке. К сожалению, на момент его атаки у меня не было в руке башни подрывника. Но ничего страшного, он потратил огромное количество элика. Мы пользуемся данной ситуацией. Переходим в наступление с шахтером, стенобоями и немного выравниваем ситуацию. В итоге по правой стороне мы наносим противнику столько же урона, даже больше, чем он нанес нам по левой стороне. Ну и при этом мы еще и левую вышку его также немножко дамажим. В итоге все размены проходят в мою пользу после первой минуты игры. И играя данной декой, конечно же, надо потихонечку терроризировать вашего противника. Вот я скинул копейщиков очередной раз, понимал, что противник играет с воздушным шаром, и поэтому дровосека переманил на левую сторону при помощи рыцаря. Ну а далее, за счет того, что у меня в руке на этот раз была башня-бомбежка, я смог защититься от воздушного шара. Дальше противник снова тратит большое количество эликсира. Ну и классическая атака данной колоды — шахтер плюс стенобой. Эта атака очень сложно останавливается. Противник будет вынужден тратить большое количество эликсира. Ну и вот здесь он меня неплохо переиграл. Успел он выставить подрывника ровно в тот момент, когда это было необходимо, и за счет этого нанес небольшой урон по моей вышке. Далее противник продолжает давление, снова ловит меня на том, что у меня минимум эликсира. Ну и здесь я вынужден выкидывать летучих мышек. Это 2 единицы эликсира, которые никак не проявят себя в атаке. К сожалению, только так мог я защититься в данной ситуации. Ну а так, конечно же, и летучих мышек без возможности перехода в атаку я бы не выставлял. Ну и противник очередной раз атакует с воздушным шаром. Далее я перехожу в наступление с шахтером и стенобоями. При этом по правой стороне добиваю вышку моего противника. По левой стороне шахтер также неплохой урон наносит по оставшейся в живых вышке моего оппонента. Ну и в итоге здесь я решил, что левую свою вышку я уже точно потеряю, поэтому есть смысл добить просто вторую вышку оппонента и таким образом выиграть. Но для этого, конечно, надо будет еще запотеть, потому что противник здесь уже неплохо защищался от моей предыдущей атаки, соответственно, могут быть проблемы с донесением оставшегося урона в левую вышку моего противника. Но здесь, друзья, параллельно с защитой, обратите внимание, сразу же я атакую, то есть заставляю противника реагировать и действовать побыстрее. В итоге, как мы видим, у него в колоде присутствует еще подрывник, и, как я и говорил, подрывник замечательно работает против стенобоев. К сожалению, он справляется с моей очередной вылазкой. Ну и далее я заставляю выставить дровосека против своих копейщиков и готовлюсь принимать очередную его атаку с воздушным шаром. Оказывается, мой противник играет с зеркалом, выставляет он еще одного дровосека через зеркало. Ну и я при помощи фаербола и башни-бомбежки справляюсь с этой атакой, сразу же снова перехожу в наступление со стенобоями. Противник пытается из середины добить мою вышку, ну и в итоге из-за того, что он потратил большое количество элика, у него не хватило этого самого эликсира на то, чтобы своевременно использовать стрелы. Остается на его вышке 440 единиц здоровья, это фаербол плюс несколько тычек от шахтера. Держу я его в уме, защищаюсь от громовержца при помощи летучих мышек, ну и далее закидываю фаербол, шахтеры и бревно в атаку. Таким образом побеждают. Опять же, одна из самых сильных колод в игре сейчас, и я рекомендую ей попробовать поиграть. Ну а далее, друзья, третье место предыдущего сезона занял игрок Анабан, и взял он его смесью разных колод, многих он снайпил, но финальную игру он сделал именно вот этой колодой с электрогигантом, и этой колодой я проходил предыдущее испытание. Вообще колода очень крутая, очень сильная, сбалансированная, огромное количество разнообразных защитных инструментов в ней присутствует, ну а в атаку у нас есть электрогигант с молнией и торнадо, и эта связка при наличии
необходимого количества эликсира проходит практически любую защиту. Единственный ее минус, на мой взгляд, это то, что атакующая карта в ней очень дорогостоящая, 8 единиц эликсира. То есть здесь принцип игры будет такой же, как на колодах с големом или с адской гончей, например. Нам нужно будет до двойного эликсира защищаться и пытаться не потерять большого запаса здоровья на своих вышках. Именно это я сейчас и делаю. Противник отдает молнию, неплохую, выгодную в целом для него молнию, но при этом я получаю небольшое преимущество по эликсиру в данной ситуации и не хочу просто так отдавать ледяного колдуна, поэтому перед ним выставляю темного принца. Противник допускает ошибку, с запозданием выставляет он валькирию. В итоге темный принц огромный урон наносит по его левой вышке, и таким образом сразу же появляется в игре такая ситуация, что меня все устраивает. Решаю я выставлять электрогиганта в данной ситуации, друзья, потому что я буду получать сейчас урон от валькирии. Я решил сделать именно так, для того, чтобы соорудить свою атаку. То есть, как можно получить преимущество по эликсиру в игре в Clash Royale? Можно, например, выгодно разменяться при помощи своих вышек. А можно получить, вытерпеть урон от валькирии, как я сделал в данной ситуации, ничего на нее не выставить, и за счет этого подкопить больше эликсира, чем ваш противник, и снести его вышку в итоге. Таким образом, получаю я уже лидерство в этой игре. При этом электрогигант в атаке разменялся еще и с мега-миньоном. То есть для меня здесь все вообще замечательно складывается. Противник при помощи разряда пытается переагрить мою вышку с дракончика на големитов. У него это удается сделать, но все равно это не помогает ему добить мою левую вышку. Я уже на двойном эликсире начинаю очередную свою атаку. И понятно, что противник здесь будет вынужден сам атаковать. То есть он будет максимально сейчас игнорировать моего электрогиганта по правой стороне. Я понимаю, что, скорее всего, я здесь уже не успеваю защититься. Отдаю молнию для того, чтобы уничтожить ночную ведьму. Ночная ведьма в атаках с големом — это самая напрягающая карта, поэтому главная задача при защите колод, от колод с големом и ночной ведьмой, это как раз таки избавиться в первую очередь от ночной ведьмы. Ну и при этом я защищаюсь от этой атаки, по правой стороне практически полностью добиваю вышку моего оппонента. Все, что мне нужно сделать, это защититься сейчас от валькирии и вот этих двух воздушных карт, которые остались в живых. Ну и справляюсь я с этой задачей, и теперь уже понятно, что скорее всего я выиграю в этой игре. Выставляю я электрогиганта для того, чтобы добить правую вышку, ну и не знаю, как будет сейчас останавливать эту атаку мой противник. Я думаю, что никаких шансов у него остановить электрогиганта уже нет. Он сам это понимает, да, он сдается. В итоге я отдаю торнадо с молнией и добиваю вышку моего оппонента. Колода очень интересная, очень сильная, друзья. Рекомендую ей попробовать поиграть. Ну а далее второе место предыдущего сезона заняла моя любимая колода с целительницей, повозкой с пушкой, всадницей на баране. Это старая версия Бриджспама, она не очень популярна, друзья, но все-таки второе место в предыдущем сезоне, повторюсь, занял игрок, который играл именно этой колодой. В ней огромный плюс — это сочетание всадницы на баране с повозкой с пушкой. То есть повозка с пушкой сама по себе агрессивная карта, которая и в защите хороша, и в поддержке атаки просто замечательно. При этом от нее просто так не избавишься, потому как она обладает большим запасом здоровья. Ну а после смерти оставляет на поле боя пушку, которая поможет вам потихонечку, допустим, на двойном-тройном эликсире пробивать защиту противника. Ну и здесь уже очевидно, чем играет мой противник. Играет он арбалетом, и закинув ракету в моего магического лучника, на мой взгляд, он допускает ошибку. На такой ранней стадии игры так играть не стоит, если только ты не супер крутой игрок. Ну и в итоге, после того, как я отдал в атаку всадницу на баране, противник ответил на это Теслой, конечно же. Ну и здесь очевидно, что он будет против моей повозки с пушкой выставлять скелетиков, заранее скидывая варварскую бочку. Ну и все, здесь остается только додавливать его. Он уже никак не может защититься, тем более после того, как отдал торнадо было не особо удачным. Ну и в итоге теряет он свою левую вышку. Вот так вот одна ракета, одно опрометчивое использование дорогостоящей карты стоило ему вышки, ну а впоследствии, скорее всего, это будет стоить ему игры, потому что, потеряв одну сторону, арбалету уже очень сложно будет выигрывать в игре. До конца противостояния остается 1.5 минуты, и понятно, что теперь игра перейдет на правую сторону. По левой стороне мой оппонент уже никак не сможет атаковать, поэтому изначально выставляю я целительницу, чтобы она на, возможно, агрессивный арбалет противника была ответом, впитывала урон. Ну и он пытается здесь, да, как-то сравнять, выровнять ситуацию.
ситуацию. Очевидно было, что он будет переагривать, пытаться повозку с пушкой при помощи бревна и скелетиков, поэтому сразу же заранее я также скидывал варварскую бочку. Ну и в итоге в этой атаке у моего противника ничего хорошего не получилось. Все, что остается мне сделать, это последнюю минуту защищаться и не дать оппоненту моему уничтожить мою правую вышку. Атакую я с садницей на баране, понимаю, что противник до этого отдал Теслу, и, соответственно, защищаться ему особо будет нечем. Он решил защититься при помощи ракеты, ну и переходит он сейчас в наступление. Можно было вот в данной ситуации закинуть бы мне фаербол, но я решил максимально надежно действовать. Фаербол я всегда успею закинуть, ну и поэтому при помощи повозки с пушкой очередной раз справляюсь я с этой атакой с арбалетом. Противник пытается все его как-то прикрыть, но этого недостаточно. На данной стадии игры, когда мне не надо уничтожать его вышку, я могу просто защищаться, потихонечку подставлять свои карты под арбалет моего оппонента и таким образом просто не дать ему нанести какой бы то ни было урон по моей вышке. В итоге его ошибка стоила ему игры. Конечно же, арбалетом так агрессивно играть не стоит. Нужно все-таки играть от защиты. И такие ракеты закидывать также себе дороже. Ну и первое место в предыдущем сезоне занял игрок, который играл вот такой колодой, друзья. Опять же, колода не популярная, колода специфическая, и более того, я скажу, что эта колода собрана для того, чтобы контрить определенных игроков на определенных деках. То есть это именно уже такие терки топовых игроков. Это не значит, что колода супер универсальная, это значит, что колода контрит колоды там топ-10 игроков на тот момент. То есть человек явно понимал, против чего он будет играть, и именно поэтому такую сборку он выбрал. Здесь сборка, мы видим, с разрядом и бревном. Это сделано для того, чтобы контрить колоду с быстрыми стенобоями 2.8, о которой мы уже говорили в этом видео. И, конечно же, в этой деке присутствует мортира, универсальная атакующая карта, и очень быстрый, опять же, цикл. То есть колода в целом создана как раз-таки, чтобы контрить очень популярную колоду 2.8 со стенобоями. Ну и также она подходит для противостояния другим, конечно, декам. Ну и мой противник играет какой-то очень интересной сборкой, самодельной явно. Большое количество эликсира он потратил на то, чтобы справиться с моей мортирой. В итоге вынужден был выставить на нее еще и Теслу. Ну и на правую сторону у него уже не осталось элика. И в итоге мои летучие мышки с шахтером его правую вышку очень серьезно потрепали. Да, он активировал главное здание, но при этом меня устраивает абсолютно то, какой ценой он это сделал. И дальше, опять же, играя колодой с быстрым циклом, с вот такими дешевыми картами, можно копейщиков выкидывать так в атаку, заставлять противника что-то тратить. Он потратил в данной ситуации ледяного колдуна. Ну и раз уж у меня на поле боя рыцарь, раз уж сложилась так ситуация, то я могу и перейти в наступление с мортирой. При этом надо помнить о том, что надо прикрывать мортиру, поэтому сразу же выставляю я еще и мушкетера. Противник снова тратит большое количество эликсира. Здесь он и копейщиков, вернее, банду гоблинов выставил, и Теслу. Ну и все это позволяет мне снова перейти в наступление с шахтером и выжившей летучей мышкой, при этом еще и мушкетер здесь жив. Но, к сожалению, эта атака, конечно, большого урона не нанесла. Начинается двойной эликсир, и на двойном эликсире данной колодой может быть играть посложнее, потому как у противника колода, как я понимаю, тяжеловатая. Да, вот он еще играет и склад бой, переходит он в наступление, но легко от всего этого можно защититься при помощи мушкета, бревна и рыцаря. И снова перехожу я в наступление с мортирой. Мортира очень напрягучая карта в данной деке. Вот мы ее ставим в атаку, противник вынужден что-то выставлять в защиту, он предпочитает здесь отдать просто яд. Ну а я сразу же по левой стороне атакую с летучими мышками и шахтером. К сожалению, у противника нашелся ответ на эту атаку, но цикл у колоды настолько быстрый, что я снова выставляю мортиру агрессивно на правую сторону, засылаю шахтера к его правой вышке, и сейчас также в поддержку выставляется мушкет. При помощи бревна он очень быстро избавится от варваров. Ну и далее разряд еще я отдаю. Правда, разряд здесь получился кривоватым. В итоге мушкетер у меня все еще жив. Выставляю я рыцаря в попытке его спасти, но противник уже выставил Теслу. Не хочется рыцаря просто так отдавать, поэтому избавляюсь я от Теслы при помощи летучих мышек. Ну а при помощи шахтера и бревна я добиваю ледяного колдуна. При этом, опять же, наношу небольшой урон по правой вышке моего оппонента. Здесь я большое количество эликсира потратил, поэтому дальше выставляю защитную мортиру. Мне надо будет сейчас защищаться, и только после того, как я отзащищаюсь, я буду переходить в наступление. При этом за счет быстрого цикла я могу сделать так, что на поле боя будет две мортиры, если противник не будет ее контрить. Поэтому он здесь достаточно правильно отдает на нее яд.
Ну а я перехожу в наступление с Шахтером, попутно отдаю бревно, бревно также наносит урон вышке моего оппонента, очередная мортира агрессивная, прикрываю ее при помощи рыцаря и мушкетера. Противник пытается перехватить огонь мортиры при помощи варваров, ну и в итоге ему удается это сделать, очень неплохая защита очередная от моего оппонента, но обратите внимание, друзья, практически всю игру он вынужден защищаться, да, один раз он как-то перешел в атаку с кладбой, ну и все, и после этого он все оставшееся время защищался. Вот еще одна его атака с кладбой, ну и на этот раз атака получилась очень неплохой, я вынужден здесь быстро крутиться до бревна, ну и в итоге, в принципе, неплохо защитился, при этом на правой вышке моего оппонента остается 519 единиц здоровья, и сразу же мы можем обратить внимание на большой минус данной колоды, в ней нет тяжелого заклинания, но в принципе оно здесь и не нужно, друзья, я думаю, что за счет быстрого цикла и шахтера я смогу добить его вышку, доковырять, вот именно это я сейчас и делаю, тем более сейчас уже тройной эликсир, я могу просто практически постоянно запускать в атаку шахтера с бревном, с разрядом и потихонечку добивать вышку. Ну и в итоге выставляю я мортиру, мортира сейчас зафокусится и даст свой решающий залп, так и происходит, ну и в итоге победа. Относительно этой колоды я могу сказать, что прикольная, интересная, сильная дека. Попробуйте ей поиграть, я думаю, вам может она зайти. Ну а на этом все, друзья. Спасибо за просмотр и до новых встреч. Всем пока.